В них приняло участие 14 команд, более 180 человек. Первое место завоевала сборная Станицы Анапской. Второе – хутор Усатого Балка. Третье – у хозяев соревнований команды Гастагаевской. Отметим, что самбо внесено в число трех видов спорта, которые получили временное признание Международного олимпийского комитета. Это позволит в будущем войти этому виду спорта в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование. Это решение было принято на заседании Олимпийского комитета на прошлой неделе.